Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Alexplay, меня зовут Александр. В сегодняшнем видео хочу сделать обзор американского тягача, такого как Mack. Значит, ссылочка на него находится в описании под этим видео. Ну что ж, приступаем к обзору. Салон DAF, третий слот. Значит, давайте начнем, наверное, сразу с кабины. Кабина у него всего лишь одна. Один вид шасси 6х4, несколько вариантов двигателей. Стоит сейчас 625-й. Давайте поставим, наверное, какой-нибудь 600-й, может, 625-й. Кэт, давайте кэтовский, может, какой-то 600-й. 600. Ну, давайте 600 лошадей поставим. Дальше, у нас тут есть несколько коробок передач. 18-ступку с ретардером сразу ставлю. Один салон всего лишь, вот такой вот салон у него. Оборот не получается полностью сделать. Ладно, хорошо. Цвета меняются, да. Есть вот какой-то вот такой цвет, черный. Ну, вот есть обычные цвета. Вот красный, голубой. Мне нам такой не надо. Вот есть своя раскрасочка, получается. Вот этого Мака. Есть еще одна раскрасочка вот такого вот цвета. Ну, есть вот такой цвет, такой. Ну, не знаю, ребят, серый. Давайте сейчас какой-нибудь поставим. Металлик какой-то, да, серебристый. Пусть вот такой будет. Ну, по сути, да, пусть будет такой. Хорошо, дальше. Давайте начнем, наверное, сразу сзади. Что это у нас тут такое? Ага. Не-не, ребят, пусть стандарт стоит. Колеса у него, ага, сразу идут, я понял. Так, с дисками, я думаю, все понятно. Так, играться я тогда не буду. Это у нас что? Это у нас спойлер идет такой вот. Ну, не знаю, спойлер ставить или нет. Давайте поставим спойлер. Так, дальше. Это у нас что такое? Это у нас какой-то... Ух ты, нифига себе, ребят. Это... Типа, бак. Ничего себе, ребят. Обалденно просто. Классно, классно. Хромированный еще, да? Вот это хром. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Что это у нас тут такое? Ух ты, нифига себе. Какие тут отражатели. Какие тут у нас фонарики. Какие у нас тут лампочки, блин. Нифига себе. В общем, ребят, вот это все ставить, как-то колхозить. Давайте сейчас вот поставим как-нибудь вот так вот. Есть у него такой вариант кенгурятника. Здесь, я так понимаю, то же самое. Не, ребят, это слишком уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поставьте обратно. О, вот такой пусть будет. Так, здесь у нас то же самое, я так понимаю. Ага, да. Здесь у нас то же самое. Ну, давайте опять, что ли, понатыкиваем, что ли. Заново. Вот так вот пусть будет. И вот. Так, это у нас тоже, да, так, это я не буду тогда трогать, это, понятно, все, с этим разобрались, с этим тоже разобрались, это, стоп, а это что такое? Это брызговики какие у нас тут? Маковские. О, ну, конечно же, пусть такое будет что-то тут. Так, с этой стороны, соответственно, то же самое, хорошо. И это у нас что? А, меняется, как видим, ага, хром и собачка. Ага, я понял все. Так, это что у нас такое? А, это у нас зеркала. То есть это я ставить не буду. Тут у нас идет... Ух ты, прикольно. О, что это такое? О, прикольно. Да не, ребят. Такое точно ставить делать не буду. Так, верну обратно все. Ой, как вернуть тут обратно? Эй, как вернуть обратно? А, во. Так, вот это я поставлю. Или вообще их убрать. Вот же есть, по сути, уже, да? Нет, нам не буду это, да, ничего менять. Хорошо, уберу просто. Что он тут, зеркало одно. Что тут еще? То есть идут, а я понял. Либо дудки, либо... А, ну да, дудки. Хорошо. Не, дудки я не буду ставить. Угу. Ну, по сути, все. Теперь переходим вовнутрь. Внутри у нас тоже хватает всякого добра. О, девушку можно с собой посадить. Давайте посадим. Так, здесь у нас все нормально. Здесь у нас стандартная табличка. Понятно, дефолт. Здесь у нас что? Здесь у нас... Ух ты, флаги можно повесить. А что тут у нас тут дальше идет? А, это зеркала, которые я уже смотрел. Это то же самое. Это зеркала опять. Это навигатор. Сисел. Два вида навигатора. Какой лучше? Да, какой-нибудь. Давайте такое поставим. Да, давайте такое. А, это я опять эти трубы. Я их не буду ставить. Так, ну, в принципе, все. Радио есть у нас. Тахограф, рация есть. Все у нас есть. Руль у нас один. Все тогда принимаем, покупаем. Как оно так получилось? Ну, вроде нормально. Так, а сзади ничего нету. Давайте посмотрим. Может, я что-то еще пропустил сзади.
А, нет, ничего нету. Все, хорошо, тогда покупаем. Ну что ж, ребят, с третьего лица вот так вот выглядит маг. Классно выглядит. Ну что ж, давайте будем заводиться. Завели мы двигатель. Вот так вот оно все работает. Стопори работают. Поворотники тоже работают, хорошо. Дворники у нас работают. Дворники у нас работают на двух скоростях. С третьего лица дворники не работают. Хорошо. Теперь давайте сигнал. Ага, сигнал обычный. И давайте будем потихонечку выезжать. Кстати, вот такой у него... Блин, что ж такое, полный оборот нельзя это сделать. А, мы свободной камерой посмотрим, что там внутри. А, понятно, короче. Здесь, по сути, ничего нету. Ну как это нету? Есть! Есть. Просто не можем обернуться почему-то, к сожалению. Так, ну так вот у него работают звуки поворотников. Так, сейчас мы давайте вот сюда. Не, ну, обалденный вообще маг, я вам скажу. Прикольно, так все сделано. Можно прямо и на стрим брать. Но это у нас не Америка, а это ЕСКО, да? Что-то эти американские... Что-то на американские тягачи я в последнее время подсел. Так, что это у нас? Может, туда надо было ехать? Да ладно, уже поехали. А, здесь у нас тупик, ребят. Понятно. Ну, вот так он, по сути, вот едет. Все. Втыкаемся мы в тупичок. Дороги дальше нет. Только направо и налево. Давайте направо. Тут компанию заедем какую-то. Ворота у нас открываются. Все, поехали. И грузика у нас... А, не, есть тут грузики. Хорошо. Ну все, ребят, давайте я на этом буду заканчивать свой обзор по этому маку. Ссылочка находится в описании под этим видео. Ну что ж, ребят, давайте всем тогда пожелаю счастья, здоровья, удачи. И всем-всем-всем пока-пока-пока-пока.